Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, наградочку забрали. Здесь 500 тысяч забрали. Так, 15 карточек и 4000 сфер. Окей. Награды получены, на почту отправлены. Так, ну что, давай, наверное, заберем наши награды. Так, подарок шестой годовщине. Что там за... Ох, ёк, макарёк. Ты прикинь. Пустельга у меня прокачана полностью. Так, вот это хорошая карта. Вау. Слушай, ну нормально. Нормально такой бонус. Так, красная звезда лидер. Взрыв снаряжения. Ага, становление заговорщиков заканчивается у нас. А я до сих пор еще... не купил патриота. Точнее, не то, что не купил. Я его не нашел. Купить ты его хрен купишь. Так, ребята, неужели я в войне выиграл? Да быть такого не может. О, да. Друзья мои, выиграл. Повышение лиги. Блин, они меня повышают. Я знаю, что там противники будут жестче мне теперь попадаться. Так, ну что, забежим быстренько в магазин. Да, это придется распетрушить. 60 карточек на пустельгу. И вот здесь, ребята, мне надо... ну что, Рэта... этот... Рэта Билл, Рэй Билл, точнее. И вот этого я собираю. Но мне еще сказали, что Ртуть неплохой чувак. Не знаю, если честно, ребят. Блин, Капитан Картер, стоит ее брать, не стоит. И Ртуть. Ну давай, хорошо, возьмем Картер и Ртуть. Так, здесь у нас что? 738. Я, наверное, пока не буду, ребята, тут ни на что тратить. Единственное, что вот соточку. Мне некуда ее потратить. Так, здесь. У меня с деньгами, ребят, проблема. 6 лямов всего лишь. Ну здесь, понятно, открываем вот эти сферы. Так, друзья мои, ну что, сегодня, как я вам говорил, будет новый персонаж. Будет новый персонаж у нас, и сейчас мы посмотрим. Точнее, вы посмотрите, кто это будет. Я думаю, что многие уже, наверное, догадались. Так, ну что, сферы открываем. Ну давай, давай, давай. Что тут у нас? Ничего такого супер-пуперского я не увидел. Так, давай здесь. Материалы для продвижения. 80 штук сфер. Сейчас глянем, что у нас тут полезного выпадет. Надо качать, ребят, качать бойцов мне. Определенных. Я уже решил для себя, кого я буду сейчас в данный момент качать, для того, чтобы пройти определенные события. Ну, я, наверное, не успею, потому что через 3 дня закончится все это дело. Что зависло? Но... ну что? Блин, ребята, было сегодня обновление игры, блин. Что она так себя ведет паршиво, я не знаю. Посмотри, а. Я же говорил, что какой-то лаг начинается. Так, получи 3 мини-уникальных предмета категории 14. Я еле, ребят, зашел в игру, если честно. 3 раза рестарт, 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 рестарт. Какие-то ошибки выдают вообще на пустом месте. Но у них так всегда. Если они что-то в игру вносят новое, то у них обязательно с первой попытки не получится чисто сделать. Надо вот обязательно потом косяки свои исправлять. Такс, ну тут тоже ничего хорошего на самом деле нету. Категория 15. Давай, открывай. Ну вот. Друзья, не дадут они сегодня нормально поиграть. Вон, опять зависло, короче. Такими темпами мы, блин, сейчас будем тут до посинения играть. Ну давай, 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 открывай сферы. Всего-то 75 сфер. Так, ну вот это нормально. Для Капитана Америки пойдет.
Так, что у нас тут? Две мини-уникальные предметы категории 16. Ну, мне вот надо уже где-то категория 16-15. Вот такие вот, ребят, сферы открывать. Желательно побольше для того, чтобы прокачивать шмотки на бойцах. Уже на прокачанных, так скажем. Потому что некоторые события просто не могу пройти. Меня там вырубают, как сосунка. Как суходрищево. Так, категория 17. Давай. Всего лишь 50 сфер. Всего лишь 50 сфер. Ну что ты там так долго думаешь-то, господи? 50 тысяч. Нормально. Так, и категории 18. Вот так вот. Так, здесь у меня ничего нету. Тут что у нас? Угу. Продвинутые материалы. Забираем. Превосходное снаряжение. Ну что ж, давай, открывай. 30, 40, 50, 60, 61. Но тут полезного будет побольше, на самом деле. Так, и доработанные материалы снаряжения. Ну давай, доработанные материалы снаряжения. Пойдет. Так, здесь у нас ничегошеньки нету. 2700, по-моему. Мне нужно 2750, а у меня 2732. Ну, я могу тут кого-нибудь взять. Например, Карнейджа. Ну что, опять-то я не могу взять. Опять глючишь, игра. Ну да, ребят, сейчас 100% вылетит с ошибкой. Так, дай-ка я, наверное, здесь открою. Такой себе. Но, в принципе, здесь пока все, друзья мои. Что у нас там на почте? На почте больше ничего нету. Это как зависла ошибка, вот эта вот единичка, так она и висит. Так, события. Так, бонус, но это будет через 1 час 55 минут. Два раза больше осколков ваканцев. Это хорошо, ребят. Ваканцы мне нужны. Блин, я хочу патриота получить. Мне не хватает, ребята, буквально 20 карточек. 20 карточек. Это если вы... Чтоб тебе было понятно, смотри внимательно. Блин, ты не здесь, оказывается. Где посмотреть-то? Я уже забыл. Тут, по-моему. Вот. Вот эту вот награду получу, ребята, и все. И патриотом смогу открыть. А мне он нужен для события. Чтобы дальше продвигаться. Так, и здесь тоже забираем фул награду. Окей. Так, ну что, давай, наверное, заберем с тобой ежедневки. Давай. Накручивай там мне рулеточку. Заберем награду. Еще 500 тысяч. Нормально. 7 лямов. Так, купить припасы. Вот это вот мне надо обязательно. Так, это возьмем. Что тут у нас еще есть? Чтобы мое внимание привлекло. Ну, давай вот это возьмем. Ну и вот это. Так, забираем награду. Так, в рейдах поиграть. Это мы все сделаем чуть-чуть попозже. Энергии у нас мало. Очень жаль, что ее мало.
Так, этапы. Ну, допустим. Ну что, ребята, архангел у нас, да. Вот и вот и будем сегодня вербовать. Ангел был одним из пяти первых людей X. Апокалипсис оснастил его металлическими крыльями и превратил его в архангела, своего всадника по имени Смерть. Вот такой вот чувачок. Вербуем. Крылья ярости и ливень осколков. Значит так. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона. На эту атаку нельзя ответить контратакой. Неплохо. Накладывает на персонажа всех союзников из семени смерти усиление атаки. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона. Фига у меня осколков. Так, секунду, ребята. Тогда я качну 72, его бы до 85 прокачать. Сколько? 5. Блин, тогда мне, наверное. Слушай, у нас тут еще Вэл прокачивается. Слушай, а паучиха не прокачивается у нас случайно? Там же вроде... Нет, паучиха еще нет. У нее... сколько? 150 не хватает. Да, фул прокачки. Получается так. Блин, мне нужны... Так, смотри внимательно. Если я не сбрасывал, то у меня, по идее, должно... Сейчас я тут заберу, ребят, награду. То у меня должно, в принципе, показаться, где затормозил и кого мне нужно прокачивать. Игра, только давай не тупи, пожалуйста. Ну, ё-моё, ребят, ну... Пипец она тупит. Я серьезно говорю, я не знаю, с чем это связано. Просто вот... Я сегодня хотел, думал всех бойцов открыть. Ну, как ты уже, наверное, догадался, что это не получилось у меня. Так, вот эти я хотел два события пройти. Значит, здесь я остановился. Сейчас посмотрим на команду, на которой я свалился. Так, ну эти пацаны еще более-менее. Так, Магнетто. Я даже не знаю. Дэдпул. И их всех, ребят, запинали. И их всех запинали, а запинал их вот этот отряд. Причем 68, 64 тысячи. Как они умудрились? Ну вот запинали меня, ребят. Вот я думаю, что либо мне их прокачивать, чтобы получить кару, либо вот здесь вот. А здесь последний, ребята, этап. И вот здесь вот я не справился. Вот я думаю, что можно либо призрачного гонщика качнуть. Или как тут лучше сделать? 85-й, 73-й. Зеленого гоблина вообще в труху, ребята, сносят они сразу же, если честно. Вообще моментально. Хотя отряд, еще раз повторяю, ребята, не особо мощный, посмотри. Но так как у них полная команда этих... Как он там, Темный легион называется... Вот на последнем этапе, ребят, просто вот последний этап, и я не справляюсь. Вот и думаю, стоит ли вкачивать Карнейджа или все-таки в паука и в призрачного гонщика вложиться. В Майлза и паучка.
Так, где у нас призрачный гонщик? Покажите мне его, пожалуйста, я хочу глянуть. Так, Корнежу бы уровень 70 догнать. Прокачаем его. Так, категория 13. Фига они там прожорливые какие. 14-я категория. Так, а Майлз, Майлз тоже, ребят, хромает у нас. Так, улучшение. А, он получает 13-ю, 13 категории шмотки. Блин, денег бы, конечно, побольше, было бы нормально. Я бы хотя бы прокачал бы их. 70-й, 72-й, 70-й. Ну как-то ни два, ни полтора, если честно. И ни туда, ни сюда. Вот 80-ник бы, если бы был бы. Не этого надо, блин, как-то, я не знаю, вкачивать. Пантера тоже мне нужна. Как всегда. Короче, вылетает и вылетает, а? Постоянно какие-то перезагрузки, еще что-нибудь там. Смотри, я вот нажал получить все, и она задумалась, игра. Я тебе говорю, через день, через два они будут извиняться. Как всегда, раздавать подарочки. Ой, вы извините, что у нас вот такие вот неполадки, блин, получились. Вот вам компенсация. Как всегда. Ребята, напишите мне, кстати, про вот этого Архангела. Нормальный персонаж. Я понимаю, что его, конечно, в любом случае придется прокачивать, потому что он нужен будет на апокалипсиса. Вот. Но мне бы хотелось, конечно, ваше мнение узнать. Так, Био, ну давай для Био. И заодно здесь с тобой приобретем. Так, Окои мне нужна. Но тут мало. Кстати, я Икариса, ребят, полностью прокачал. Ну, 300 из 300. Так что Икариса теперь просто надо прокачивать по шмоткам. Карточки уже на него нам не нужны. Так, здесь у нас не хватает. Так, заберу вот эти кристаллы все. Так, что дальше? Два оставил, ладно, фиг с ним. Я уж думал, она сейчас хочет вылететь. Так притихла резко. Хотел уже... Блин, ребят, вот я не могу вот это событие начать, блин, из-за того, что у меня нет этого, блин, железного патриота, блин. А он заканчивает это событие у нас через пару дней, видишь? Блин, я бы вот взял бы его вместо этого. И я думаю, что этой командой бы я тут разрулил бы вообще конкретно бы все. А тут тоже, ребят, не могу пройти. Тут вообще трэш. Против вот этой команды у меня шансов здесь нет вообще ничего сделать. Просто ничего.
Ну ты серьезно? Ну ты будешь сейчас 3 часа вот так вот думать, блин. Дать тебе награду или нет? В общем, для патриота, чтобы открыть, что-то надо, я уже забыл. Сразиться в космическом испытании, потратить 1 из 8 и собирайте фрагменты. Сразиться в космическом испытании. Так, космическое испытание — это у нас... Вот, друзья мои, а у нас как раз... Твою налево, а у нас как раз оно закончилось. Тьфу. Будь ты неладен, а. Как, блин, не вовремя, а. Давай пойдем тогда, наверное, в рейды. Лидер. Вон, видишь, кто-то 6 красных звезд для лидера получает, блин, а я... Мерзость. 6 красных звезд. Уйди ты отсюда. Человек-паук. Нуар. Мерзость, я помню, тоже, ребят, надо прокачивать. Она же тоже там вроде бы в команде состоит. В команде это семя зла, по-моему, если я не путаю ничего. Слушай, игра, ну ты меня раздражаешь уже вот этими вот тупыми своими, блин, зависаниями. Твою налево, блин. Я не знаю, друзья мои, что делать, блин. Хоть вырубай, блин. Вон, она зависла, все. Ладно, давайте, наверное, мы тогда... Я не знаю, хотел уже сказать, закончим. Ну, такими прогрузками, ребят, ну... Далеко, блин, не уедем. Ты посмотри, а. Просто издевается. Я, короче, предлагаю, знаешь, что сделать? На этом моменте остановиться и уже в следующей серии продолжить. Ну, потому что, ребята, 100% они уже должны будут исправить вот эту всю ерундовину, которая сейчас творится. И мы нормально с вами поиграем. А пока, ну, а пока сделаем такой затяжной перерывчик. Так, друзья мои, продолжаем играть Strike Force. Я надеюсь, на этот раз никаких ошибок у нас не будет. Может быть, все исправили? Так, здесь ничего нету. Посмотрим, что у нас тут на почте. Так, успех заработает в 2 раза больше осколков. Вот это, кстати, хорошо, ребят. Ваканда — это то, что нужно. Так, собранные награды. Это которые мне вчера, ребят, не дали. Только сегодня их я смог получить. Зашибись. Так, здесь получаем тогда... Ага. Замечательно. Это была первая награда. Так, а вторая? Вторая здесь, да, получается? Забираем. Блин, я вот все ломаю голову. Как мне, блин, патриот, ребята, 20 этих открытых... Как сказать? Вот, мне всего лишь 20 нужно. И все. Так, сразиться в космическом испытании, потратить 1 единицу энергии компании и за 8. Да это офигеть, сколько мне нужно энергии потратить, чтобы насобирать нужное количество. Очень много. Так-с, давай зайду в налет быстренько, ребят, тут. Бомбану разочек. Но сейчас, по крайней мере, нет таких тормозов, как было вчера у нас. Так, реальное время. Космическое испытание будет доступно через 1 день 10 часов. Ну, нафига, ребят, конечно, придется ждать. Так, на арену я пока, наверное, не пойду. Мне там, грубо говоря, делать нечего. Хотя нет, ребят, на арену надо сходить. Че это я заливаю вам тут в уши? Надо, надо идти. Так, ну сначала мы с тобой заберем вот эти награды. Так, и все, что ли? И больше ничего нам не доступно.
Ага, это уже откатилось. Так, забираем это. Насколько я помню, ребята, мерзость и немезис, они нужны будут для апокалипсиса. По-моему, эти персонажи нужны будут. Я могу, конечно, где-то ошибиться. Но, по-моему, именно их нужно прокачивать. Такс. На событиях что у нас тут? Ну, на событиях одно и то же сейчас заберем здесь. Просто награды. Давай, например, здесь. Три раза по тридцатке прокатим. И то же самое сделаем вот здесь. Кстати, вот, вот это вот мне надо. Вот эти штуки мне нужны, ребят. Было бы неплохо, если бы выпало бы их штучек 6. Но они не выпадают. Ты прикинь, они не дают вообще ни одной. Засранцы. Так, ты сможешь получить не 2, а, не 2, а 4 осколка ваканцев. Это получается, что... Секунду, я кое-что гляну. Так, пантера у меня прокачана, да? Вот у меня Акоя, если только вот... Да, пантера максималка. Или Акоя, или же... Мбаку. Но отстает у меня, ребят, по-моему, все-таки Акоя. Мне и Шури отстает, если честно. Так, я сейчас еще раз лично должен убедиться. Спросишь, нафига ты качаешь ваканцев? Ребята, они мне нужны на события. Без них я не могу пройти. Вот только из-за этого. Но, сколько дадите? Ну, 16 осколков, это уже, ребят, неплохо. А где... А, Шури мне, наверное, не нужна. Там... Там Баку. Больше нужен. Ага, Баку у меня, ребят, прокачиваться, к сожалению, не может. Грусть, печаль. С деньгами вообще, ребят, трабла. Полная трабла. Вроде и персонажей могу прокачать, в плане того, что есть кредиты, но... Денег нет, вот и все. А без них я, само собой, здесь ничего сделать не смогу. Ну, так всегда. Я получу патриота, и события закроются. То есть я не смогу его, ребят, продолжить проходить. Так, пойдем и за 8 еще потратим. И за 8. Так, ну давай, например... Хотя, подожди. Я что хотел сделать-то? Я что хотел сделать? Вот так вот сделаем с тобой. Немножечко его чуть-чуть буквально прокачаем. Чтобы он не был каким-то у нас отсталым. Так, здесь. Здесь. Ливень осколков. Так, а это у нас что такое, ребята? Это у нас ангел смерти. Переносит один случайный положительный эффект, кроме провокации и регенерации, с основной цели персонажа и превращает один случайный положительный эффект в отрицательный. Наносит основной цели 200%. Ну и тут в рейдах пошло. То есть этот парень рейдовый, да? Угу. Так. Этот парень у нас рейдовый. Так, на рейдах и альянсах, по-моему, уже там энергия насобиралась, поэтому я могу дальше здесь. А нет, нифига. 35 из 50, это маловато. Ну уж сколько есть.
Уж сколько есть. Так, но Name Молчант и Зацелитель персонажа Девушка Белка до первой категории. А Фати получает снаряжение категории 17 на Псайлок. Семнадцатая категория, это круто. Насколько я помню, ребят, у меня, по-моему, ни на одном персонаже нету. Или что я свищу? Да нет, нету. У меня максимально 16-й. Насколько мне известно. Так, у нас тут сфера. Всего лишь одна. Так, здесь сюда потратим. Так, все, да? 89 тысяч монет всего лишь у меня осталось. Ну, это, конечно, полная нищета, ребят. Так, надо мне еще здесь потратиться. Что-то у меня такое ощущение, что как будто немножко игра подлагивает. Чуть-чуть. Такое вот есть. Так, ну слушай, 6 карточек. Нормально. Вот тут, к сожалению, не дали ничего. Так, и мне надо потратить и за 8. Ну, на самом деле, тратятся они вообще легко. Элементарно, да? Не напрягаясь. Вот и все. Вот тебе и все, Иза. 100 тысяч. Да. Сколько там еще осталось? Да дофига, друзья мои. Дофигища просто-напросто. 37 тысяч. Нужно 44. Вот меня другой вопрос интересует. Вот что я вот сегодня зашел и что я полезного для себя сделал? По-моему, абсолютно ничего. Дай хоть... нужно 4 очка здесь потратить. И если, конечно, мне... Ну, наверное, можно вот... Хотя... Не, можно попробовать. Хотя жесткие там ребята. 354 уровень. Потом там у них идет... Альтрон, там, по-моему, 390 какой-то уровень. Так что я могу здесь влететь по полной. У него персонажа почти по 400 уровень. И я со своим 200-м тут сейчас буду выпендриваться. Зря я так сделал, наверное, необдуманно, конечно. В первую очередь, кого тут надо, я даже фиг знает. Так, ага. Ну что, поехали. Никаких воскрешалок не будет. Естественно, отхил. Провокацию. Погнали. Да ладно, уже вырубили. Альтрон сделал возрождение, но у него, как видишь, мало хп. И он падает. Ну что, Ник Фьюри. Я, честно говоря, думал, что будет немножко позабавнее здесь. Да. Ничегошеньки ему не помогло. И вот это вот, ребят, самое бесявое, когда тебе попадается противник, который бесконечно ходит. То есть ты не успеваешь даже перейти на свой ход, как он тебе уничтожает уже твою команду. Вот это, конечно, самое зло. Такое обычно происходит, когда вражина берет команду сбалансированную. То есть
например, эти, ну, пачка, короче, пачка ваканцев или еще кого-нибудь. В этом случае, конечно, там идет разборка конкретная. Так, что у нас тут? Угу. Понятно. А здесь у нас все уже получено. Так, через 6,5 часов у нас, ребят, закончится война. И мы в ней проигрываем. И мы в ней проигрываем. Ну что, друзья, все, вроде бы я больше здесь делать ничего не могу. Ждать следующего боя на арене — это по 15 минут каждый раз. Ну, такое себе. Здесь я не набрал нифига, к сожалению. И самая огромная проблема — то, что у нас нехватка финансов. То есть денег нет, я даже не могу никого прокачать. Тогда на сегодня будем закругляться и увидимся в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.